Делаем мой любимый салат в тайском стиле, очень легкий, полезный. Начнем с заправки. Мне понадобится 30 миллилитров яблочного уксуса. Можно взять бальзамический. 30 миллилитров оливкового масла. Можно взять подсолнечное. Пол чайной ложечки зернистой горчицы. Половинка чайной ложечки меда, соль, черный молотый перец, и половинку зубчика чеснока. Добавляем сюда 200 грамм отварной зеленой фасоли. Замороженную стручковую фасоль я предварительно отварила 5 минут в кипящей воде. 2 красных помидорки. 1 сладкий перец. У меня по половинке перцев 2 цветов. Добавляю пучок свежей кинзы. Одну красную луковичку, маленькую. Мне осталось добавить 200 грамм говядины. Говядину можно взять любую. Можно взять вареную, запеченную в духовке, тушеную. Я пожарила. Я готовила говядину без масла. Сначала обжарила ее в собственном соку, затем залила соусом. Соус такой: 100 мл воды, 100 мл соевого соуса и 1 столовая ложка без горки кукурузного крахмала. Солить не солила, никакие специи не добавляла. У меня было очень жесткое мясо котлетное, поэтому я добавила несколько кусочков ананаса, который придал моему мясу мягкость. Я готовила его где-то около 30 минут и по мере необходимости доливала воду. Стало очень хорошее, мягкое, вкусное, ароматное. Вот как раз кусочек ананаса попался. Все хорошо перемешиваю. Салат готов, он очень вкусно пахнет. Посмотрите, какой получился красивый, аппетитный, очень вкусный, разноцветный. В общем, обязательно попробуйте приготовить. Я думаю, вам, вашим гостям очень понравится. В салате 98 калорий. Расчет калоризатор.ру. Все, всех с наступающим. Это последние рецепты в этом году. До встречи в 2021.